Всем привет! Надеюсь, вы немного соскучились или отдохнули от меня. Смотрите, садится солнышко. Какая красота! Птички щебечат. Теперь уже вот начинается настоящее такое чувство весны. Ну и подходяще к этому, я сегодня сделала немного весенней декорации домой из живых цветов. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. Для этого мне понадобятся живые цветы, мох, старая банка стеклянная, прутики и веревочка. Начинаю я с прутиков. Я их обрезала просто у нас в огороде. Надо, конечно, чтобы они гнулись хорошо, чтобы они не ломались при этом. Как, наверное, многие знают, что мох идеально держит влагу, поэтому я смогу потом луковицы просто посадить на мох без земли, и мне хватит их иногда спрыскивать водичкой, и они будут у меня держаться. Я не знаю, правильно это или нет, но я в те года уже так делала, и у меня с цветочками ничего не случилось. Освобождаю я цветочки от лишних корешков, промываю их от земли, и все. А верх от баночки, или резьба, как это, наверное, называется, я просто прячу под веревочкой. Попрощаюсь я сегодня с вами опять вот с таким замечательным видом. Желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.
Наслаждайтесь как можно только чаще таким вот видом: восход солнца или закат солнца, без разницы. Бросайте все и бегите, насладитесь этими 5 минут. За 5 минут вы ничего не потеряете, только выиграете.